привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня я буду распаковывать посылки. Ну все, начинаем. Все так. Там, скорее всего, кольцо, я думаю. А вы как думаете, что в этой посылке? Или сережки? Кольца! Сколько колец? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, может даже больше. Не знаю, где сколько. Здесь много колец. Буду по одному рассказывать. Это вот бронзовое кольцо. Бронзовое кольцо, бантик. Следующее колечко. Следующее колечко. Я не знаю, что за колечко. Но оно золотое уже. Как вы думаете, что это за кольцо? Напишите. Я не знаю. Ой. Вот два обыкновенных кольца. Третье кольцо. Ну, нога здесь обычная, походу. Еще два кольца. Это кольцо с головой скелета со черепом. И это кольцо со сердечком. Вот такие вот кольца. Открываем следующую посылочку. Вот-у! В этой посылке ничего нету. Не знаю. Может, я уже эту посылку открывала. Открываю следующую тогда посылку. Ууу, какая палочка интересная. Это штучка, чтобы прыщи выдавливать. Распаковываем посылки дальше. И все? Я ожидала большего. Это красный браслет сова. Сова красная, золотая и черная. Можно надевать на вечеринки, на прогулки и так далее. Я сейчас одену ее. Вот такая вот сова. Вот красивая красная сова из смешариков. Ну, открываю последнюю посылку.
Это кольцо. Кольцо с дырочками, вся в дырочках. Вот здесь стразы радужные и разноцветные. Кольцо золотого цвета. Похоже на сыр, который с дырками. Супер, мега. Можно одеть на вечеринку. Или на прогулку. Или на пижамную вечеринку. Как хотите. Супер, мега красивое кольцо. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ты еще увидишь новые видео. Всем пока. Был рыжим лес еще вчера, а дождика рябило. Сегодня в искрах серебра береза и рябина держит ветки на весу.